Чебоксарах определены специальные площадки, где горожане смогут самостоятельно запускать новогодние фейерверки. Всего их 55, каждая соответствует требованиям пожарной безопасности. Большая часть находится в Ленинском и Калининском районах. 36 площадок. Устроить салют можно будет на Московской набережной, парке Амазония, стадионе «Волга», в сквере перед Национальной библиотекой. Полный список адресов указан на сайте администрации Чебоксар. Напомним, приобретать пиротехнику необходимо в специализированных магазинах, у которых есть сертификаты соответствия.